оп, оп, потом оп, оп. Это первая частка. Это разминка такая миллионерская будущих рок-зорок. Значит, уважливо сочите. Сябры, мы на первых занятках, занятки проведу я, Роман Орлов. Почнем, как не дзивно, с разминки, как в спортзале. Значит, я попросил вот этот вот стульчик, працованную левую руку, якая бере аккорды. Первый, третий, другой, четвертый. Третий, первый, четвертый, другой. По-перше, пришли люди. Это вельми файна. Разного возраста, и талановитые дети пришли, годов 10, навод молодей и крыху больше дорослые люди. Я попрошу постараться протиснуть это баре максимально. И медиатором, как меня учили старейшие товарищи, пройти по всех струнах. Это вельми важно, как гук был не такий, а вот миновито такие. Так. Нияких аккордов ты не ведаешь, Илья? Нияких. Значит, один аккорд с тобой разберем, как ты мог, как бы, совместно с нами помузицировать. Это будет аккорд соль. И он без баре. Постарайся мизинец поставить на первую струну, на третий лад. Вот это вот называется лад. Были люди с абсолютно нулевым узровнем, с ими на таким открытым занятку немогчимо было одразу якостно начать заниматься, там в ближайший час, я думаю, узникне некий алгоритм, по яким будут индивидуальные занятки, вот им лику для людей, которые с нуля, как бы, начнут выучать игру на гитаре. Подкреслю, что это любой узрост, там, от 4, там, от 5 до 95 годов. И давайте покрутим. То есть, я найду, как бы, в цикле эта песня, и куплет, и припев на этих 4 аккордах працуюсь. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так добро, як с головою схаваться под коудру. Угу. Это был куплет. Теперь по чарзе суперчасовой стрелки. По одним. Основным тем, что я лечу, отрымался сегодня, это такие был смешанный формат, коли каждый принес гитару, как мы попросили у анонсе, и мы сели таким полколом. Прайшліся, чекнули, як бы, агульны ўзровень, і калі мы зразумелі, што ёсць, як бы, некалькі людзей, якія прыблізна супадаюць, было вельмі файна памузіцыраваць разам, крыху разабраўшы гармонію. Мы рабілі песню «Простыя словы», і крыху пачалі разбіраць песню «Red Hot Chili Peppers Snow». И наступная встреча будет 10 травня, в среду, а 19-й, тут, у хабе «Новая земля». Так что с этим проектом мы рухаемся наперед. Чекаем вас. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Окей. По этой песне, я думаю, все разумеют домашнее задание. Коли вы сумнеетесь, допустим, ци есть у вас схильности до музыки, альбо у ваших детей, можно не обовязково брать с собой гитару, у нас тут будет несколько запасных, привести на такие открытые занятки, и мы больше-меньше компетентно можем сказать нам за один раз, ци такие здольности у вас есть. Ци не будут, это просто там выкинутые гроши. Да, протестить. А з іншого боку, коли своєчасово не зауважить цієї схильності, то може бути ніяка феєрична кар'єра пролетить мимо. Ну, коротше, мені здається, що це раціональна пропанова, і наступні занятки знову будуть відкриті, безкоштовні. Ми вас запрошуємо. До зустрічі. Можна на одному акорді покуль що. Бам-бам-ба-бам-ба-бам-бам. Угу. Thank you.
пора так хутка отрымліваць. Всім зразумелы бой? Всім зразумелы бой, можна дома працаваць, да? І самы просты перебор на акордзе ля мінор. Чотири пальцы без мізінца.